полузащитник Орел Гоу Роман Трубицын. Ром, с чем связана такая низкая реализация моментов? Было создано, ну, как минимум, 5 опасных моментов, реализовано только 2. Ну, наверное, эмоциональный фон сейчас такой у команды. Все немного напряжены были, поэтому не могли реализовать моменты. Хотя игра должна была закончиться в первом тайме, можно было забить спокойно 3. Наверное, проблема была чисто в каком-то психологическом плане. Я не брала. Что случилось с линией защиты команды в первых матчах? Ребята, у меня нет. Тяжело ответить, но поэтому как-то глобально разбираться. Наверное, во-первых, какая-то несыгранность, возможно. Тоже как бы психологическое состояние. То есть понятно то, что когда тяжело сзади, тяжело впереди. Это закон такой. Нет уверенности там, не будет уверенности там. Наверное, нам с этим как-то справляться, бороться. Проблемы есть. Что вам сказал тренер после 9 пропущенных мячей первого матча? У нас был такой достаточно серьезный разговор. Мы по амбициям, ну, не та команда, которая должна внизу идти и бороться там за стыки, хуже за вылет. Поэтому состоялся разговор, мы сделали какие-то выводы, будем стараться все это исправлять. Следующий тур для команды – это домашний тур. Соперники не менее серьезные, чем здесь. Как будете готовиться? Будет ли для вас дополнительная мотивация то, что играете дома, в своих родных стенах, при своих болельщиках? 2 года назад прославились на всю лигу, не добрав очков и сделав себе новые модные прически. Планируется ли что-то в этом году? Нет, это была разовая акция, достаточно. Думаю, всегда легче играть, поэтому, думаю, родные стены помогут настраиваться, будут тренироваться все так же. Ничего не изменилось. Все та же сильная команда. Спасибо.